Привет. Привет! Если вы давно мечтали об экзотическом редком питомце и хотите, чтобы с его содержанием справились даже дети, то сегодняшний ролик специально для вас. Меня зовут Катя. Я Егор. И сегодня на канале Пантерик мы расскажем вам об удивительных василисках. Шлемоносный василиск – крупная дневная древесная ящерица, размеры которой достигают 60-80 см. Цвет василиска варьируется от бирюзового до темно-оливкового. Самцы от самок отличаются статным высоким гребнем и более яркой окраской. Малыши имеют серый оттенок и темные полосы, которые с возрастом сменяют ярко-зеленый или голубой окрас. Таким образом, малыши маскируются, и хищнику сложно их заметить. Свое название василиск получил, потому что люди раньше опасались этого животного. С греческого василиск означает мифический чудовищный змей. Сейчас они активно разводятся в террариумных условиях и становятся прекрасными домашними питомцами. Они эффектные, яркие и, что самое главное, прекрасно приручаются. Наш питомник Пантерик активно занимается разведением шлемоносных василисков. Здесь вы сможете приобрести здоровую и молодую ящерицу. При покупке комплекта, на которую действует скидка, 50%, как поощрение за гуманное отношение к животному. Шлемоносные василиски населяют тропические леса Гондураса, Никарагуа, Коста-Рики и Панамы со стороны Карибского моря. Они способны передвигаться по поверхности воды на большие расстояния, развивая скорость до 11 км в час. Их задние лапки длинные и мощные. Хвост помогает им балансировать, поэтому они не способны его отбрасывать. Мы расскажем вам о том, что необходимо для содержания василиска. И как правильно ухаживать за ним. Этот питомец может стать лучшим другом для вашей семьи. Минимальный размер террариума для взрослого василиска – 60 на 45 на 90 см. Наличие проточной вентиляции и большого бассейна – обязательные условия содержания. Наилучшим образом для содержания подойдет террариум фирмы Экзотерра с запатентованной системой вентиляции и герметичным дном. Василиски влаголюбивые, им необходима высокая влажность и возможность полностью погрузиться в воду. Вы можете поставить бассейн или заполнить дно террариума водой. Чтобы вода не застаивалась, нужно поставить фильтр. Специальная лампа создаст теплую зону в террариуме, температура которой должна быть 30-35 градусов. Контролировать температуру можно с помощью инфракрасного или электронного термометра. Гигрометром мы измеряем влажность от 60 до 90%. Наши специалисты подберут оптимальный набор освещения для вашего питомца. Автоматическая система полива обеспечит высокую влажность террариуме. Также можно самостоятельно опрыскивать террариум 2 раза в день из пульверизатора. Температура в холодной зоне не должна превышать 26 градусов. Не устанавливайте водонагреватели. Вода комнатной температуры будет комфортной для василиска. Ультрафиолетовая лампа способствует выработке витамина D3 и усвоению кальция в организме животного. Чтобы правильно подобрать лампу, ориентируйтесь на обратную сторону упаковки. Для василиска должно быть 3 звездочки. В ваш террариум подойдет лампа UVB-100. Как правильно подобрать ультрафиолетовую лампу? Узнайте необходимый уровень UVB для вашего питомца. Определите среднее расстояние от лампы до точки, в которой чаще всего находится ваш питомец. Подберите подходящую лампу по схеме на обратной стороне упаковки. Из декораций мы используем устойчивые коряги, живые и искусственные растения. Коряги устанавливаем таким образом, чтобы животному было удобно греться под лампой. Расстояние от лампы до теплой зоны должно быть не более 30 сантиметров. В качестве наполнителя подойдет древесный субстрат. Он гигроскопичный, не плесневеет, и в него можно высадить живые растения. Слой субстрата должен быть около 8-15 сантиметров. Искусственные растения мы вешаем на боковую поверхность террариума. Объемный фон создаст дополнительную поверхность для передвижения и создаст реалистичный пейзаж. У нас вы сможете приобрести уже готовый комплект для василиска, декорирование которого будет абсолютно бесплатным. Также вы получите клубную карту, которая предоставляет скидку на корма и акционные товары. Василиски-хищники. Основу их рациона составляют насекомые. Их можно кормить как живым, так и размороженным кормом. Малышей нужно кормить каждый день, взрослых особей 3 раза в неделю, предварительно посыпав насекомых кальцием и витаминами.
В нашем магазине широкий ассортимент кормов для рептилий. Вы всегда сможете приобрести еду для вашего питомца. Также у нас действует доставка, в том числе бесплатная. Малыши пугливые и могут убегать из рук. Чаще контактируйте с ними, и с возрастом они станут спокойнее и будут сами выходить на руки. Первые несколько дней пребывания дома ящерицу не стоит беспокоить. Ей нужно дать освоиться. Через 5-7 дней попробуйте покормить питомца с длинного пинцета. Со временем уменьшайте длину пинцета, расстояние от пинцета до вашей руки. Он поймет, что вы не представляете угрозы и начнет есть у вас из рук. Если вы собираетесь в отпуск, организуйте отпуск и своему любимцу. Привезите его к нам в отель для рептилий, где мы о нем позаботимся. Клубная карта предоставляет 15% скидку. Рептилии – прекрасные питомцы. Они имеют массу преимуществ перед кошками или собаками. Ящерица не испортит вашу мебель и не порвет обои. От нее не будет ни шерсти, ни запаха. А главное, она не вызовет аллергии, не займет много места и крайне проста в уходе. На уборку и кормление уходит 5-10 минут, а красивый террариум создаст эксклюзивную атмосферу в вашем доме. В нашем зоомагазине вы сможете приобрести Василиска и все необходимое для его содержания. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока!